Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дэнут, и 7.00, как бы сегодня мы будем продолжать вышивать от начала до конца рубрика, собственно. Это, как я уже понял, 22-я серия, вот, если, конечно же, не ошибаюсь, да? Вот, и это, как бы, как я понял, релиз версии 0.9, если я не ошибаюсь, также. Вот, потому что ошибаться может каждый. Так что давайте нажмем кнопочку play и, собственно, ждем. И нажимаем от начала до конца. Итак, собственно, мы построили, ну, собственно, в той серии вот такую вот, получается, загончик вот такой, да? И сегодня, как бы, мы будем его делать лучше, то есть сделаем ферму из него, из этого заборчика, да, в принципе. Так что, ну, перед этим нужно, конечно же, поспать. Так что идем к Криперу, понятное дело, что он там делает. Ладно, не буду к нему идти, потому что он страшный. Вот, так что погнали домой, да, и там уже, собственно, мы поспим. Доброе утро, как бы, погнали, собственно, назад. Кстати, я могу с собой носить кровать. Почему? А, ну да, картина. Я про них забыл. Ну да. Меня всего лишь... А, нет, нормально. Почему она выпала, да? Интересно. Его же, кажется, исправили, если я не ошибаюсь. Ну, пусть пока что будет вот такая вот. Ну, это странно, что она выпала. Вот, ладно, в принципе, буду теперь всегда с собой носить кровать. Если что, да, вдруг чего. Не буду уже ходить вот сюда вот домой. Вот так, блин, ладно. Все же, таким, мы будем делать ферму, получается, но... Хорошо, что я не отошел дальше, потому что нам еще нужна для этой фермы ведро воды. Да, нам нужно обязательно ведро воды, и как бы давайте мы его сейчас скрафтим, да. Так, я скрафтил ведро воды, вот оно у меня, кстати. У меня много каблстоуна, как всегда, да. Вот, ну вот мое ведро. Букет называется. Букет. Как букет, да. Ну, в принципе, это букет, да. Так что давайте наберем водички. Вот так вот. Вот здесь и так бесконечный источник. Так что нормально. И погнали. Ну да. Сначала нужно разобраться с этими криперами. Конечно же. Да, по-другому никак. Так что не еще раз. На все убили. И теперь второй крипер. Тоже здравствуй. Угу. Ой-ой-ой. Из-за бага он взорвался. У меня так резко повернулся экран. Хотя я его не поворачивала так резко. Что это, конечно же, меня впервые. У меня такое впервые на самом таки деле. В Майнкрафте. Вот. В других играх бывает такое. Но именно в Майнкрафте впервые. Кстати, у меня баг с двумя ведрами. Это нормально, в принципе. Ладно, залатаем как бы и такие. Нормально, в принципе. Все. У нас там есть Эндермен. Давайте ему посмотрим в глаза. Глаза Эндермену смотрим. И не. А ну-ка, иди-ка сюда. Ты меня не достанешь просто. Вот. Новая игра там 2020 года от Эндерменов. Так, Эндермен, я тебе смотрю в глаза, но ты что-то по мне не агришься, собственно. Вот, я смотрю. Я смотрю, но ты... Ладно. Не будем смотреть в Эндермену в глаза. Вот. Если что, то мне как бы на него все равно, да, и так далее. Вот давай попахаемся. Что ты? Ну, что ты мне вот сделал сейчас? Ничего. Ладно, в принципе. Получается один блок, второй, третий, и мы как бы на четвертом роем прокоп. Так, с меня лопаты. Понятно. Но мы это как бы исправим. Так, все, начинаем как бы раскопки мои. Вот, в принципе, мне нужно обязательно в этой серии сделать ферму. Вот, потому что, ну, куда же без нее, тем более с такой лопатой, да. Я думаю, у нас все получится как бы. Вот, ладно, в принципе. Нужно было, кстати, наверное, сделать побольше ведер, да? Три на четвертом копаем. Конечно, здесь калитка, но ничего как бы страшного. Потом, если что, когда у нас будет бесконечный мир, то я добуду себе кувшинок, да? И все это, всю эту воду, то есть перекрою именно ими. Потому что будет легче, да? Буду ходить и так далее. Конечно, мог бы их, кстати, перекрыть полублоками, ну, не знаю, мне нравятся кувшинки просто, вот, ну, на время можно, кстати, перекрыть все же таки полублоками, да, это тоже идея хорошая, да, 1, 2, 3, и на четвертом, как бы, мы копаем,
Вот, конечно, возле прохода также, но ничего страшного. Мы и так сможем, да? Ладно, в принципе, копаем. У меня почти все алмазные инструменты, кроме железной мотыги, потому что, как бы, у меня есть железная мотыга, а зачем мне, значит, алмазная, да? Вот, так что давайте мы раскопаем это все. 1, 2, 3, и на четвертом копаем. Вот. Вот так вот, и начинаем также копать. Так, так, ага. Даже так, ладно. И так сойдет. Вот. Так что вот здесь также копаем. Вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Да. Такс, 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 такс. Все, отличненько. У нас инвентарь. Инвентарем проблемы-то. У меня есть, кстати, вот такая вот штука. Вы видели ее? Но я надеюсь, что вы видели. Так что мы сделаем раз. Сделаем два и подберем всю эту землю. Она мне, нам еще, кстати, пригодится, я думаю. Вот. Потому что земля лишняя, я думаю, не будет. Хм, так само, как и булочник. Вот, все тащим домой, да. Вот, тащим себе в инвентарь. Так, 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 собираем, 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 собираем. Вот, отличненько. Итоги у нас получается много, кстати, земли. Два стака накопали. И даже еще плюс один, да. Ладно, в принципе, теперь давайте все это водичкой, да? Вот сюда вот водичку. Мне нужно сделать сейчас бесконечный источник поблизости, да, потому что будет... кстати, он у меня, кстати, здесь есть. Все, нормально так, да? О, все, я сделала там бесконечный источник теперь на грядочке, да? Так что теперь можно... паучара, не то, что ты подумал. Ай, ладно, все, убили его. Да, нормально. Теперь мы можем прямо-таки сейчас поспать, точно. Все ж таки, да. Ладно, в принципе, давайте тогда мы сейчас поспим. Берем кровать и спим. Все, поехали. Спать, конечно же, поехали. И просыпаться. Давайте тоже поедем. Все, отлично. Ломаем теперь кровать. И продолжаем делать наш огородик. Конечно, давайте я все это буду раслью. Посмотрите на этот бак, а? Видите бак? А, уже нет. Это, в принципе, мелкий бак, да. Ладно, когда я это все доделаю и разлью воду, мы уже как бы продолжим. Ну и вот, собственно, я это все сделала водой. И теперь нам остается только, что правильно посадить здесь что-то. Вот, например, у меня есть 3 семечки пшеницы откуда-то, да? Давайте мы его прямо-таки сейчас вот сюда вот посадим. Вот. И, в принципе, вы знаете, что я могу прям-таки сейчас сделать? Вот так вот просто. И мы добываем семечки. Но также у нас есть огород. Это, про это тоже как бы не нужно забывать. Вот. Ну, так что погнали, посмотрим, да. Вот. Возьмем семечки и так далее. Вот, из нашего огорода, потому что мы уже этим огородом, я думаю, больше не будем пользоваться. Вот, так что давайте, в принципе, начнем собирать это все. Просто тупо все сейчас я это все соберу, да? Потому что, ну, зачем оно мне нужно, да? О, кстати, это топором ломается точно. А нет, а почему здесь арбузы топором не ломаются, а? Это, конечно же, плохо. Вот, что, киркой? Нет, ничем они, я так понял, не ломаются. Кстати, у меня нет... нет в инвентаре слотов. А что мне делать тогда? Ладно, тогда я пойду, значит, сложу все вещи, ненужные в сундук, да. Пусть, если они пропадут, то пропадают. Мне как бы на них сейчас все равно, да, на эти арбузы. Вот, потому что мне они и так сейчас не нужны. Вот, ни в каком случае. Так что погнали в мой дом. Вот, в принципе. Так, вот сюда вот заходим. Вот, это видео выйдет 2 апреля, хотя я его снимаю, кстати... 31 марта. Вот. Ну, в принципе, ладно. Хорошо. Так, сделаем вот так. Нет, это не сундук. Вот мой сундук. И давайте сюда положим всякую грязь, яблоки и так далее, как бы. Вот. Так, этот сундук полностью забит. Дальше следующий, понятное дело. Так, 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 так. 31 саженность. А, немного случайно. Ладно. Так, хорошо. Вот, что мы еще положим? Давайте порох, давайте нить. Угу. Также немного факелов себе, конечно же, оставим. Дальше, ну да, в принципе, нормально. Вот это вот выложим. Также косточки, перышко. Вот, и все это в духе, конечно же. Так, ну все. Я думаю, на этом
Пусть достаточно. Больше ничего не будем вылаживать. Ну, конечно же, тушеные грибы. Выложим и все, как бы. Нет, лучше еще стак. Все. Теперь уже точно нормально. Погнали теперь собирать это все дело. Этот весь огородик. Это все, в общем-то. Вот. Итак, собственно, я это место все опустошил. И давайте как бы начнем делать вот эту вот грядочку. Конечно, у меня есть морковка, но нету картошечки. Это нужно, конечно же, будет исправлять, да? Но давайте сначала это все спахаем. Во, вы только посмотрите, какие у меня семечки. Я таких, конечно, где-то видел, но мне нужно вспомнить, что они делают и так далее. Я обязательно их посажу. У меня подозрение, что это, конечно же, тыква. Но это как бы не точно, да? Вот. Ну, интересно, кстати, семечки. Кто знает, напишите в комментариях, как бы. Я их обязательно, конечно же, посажу, в принципе. Ну, прикольные семечки, да? Но это никак не картошка, возможно, свекла, что ли. Не знаю. Ну, как бы интересно мне очень. Возможно, это тыква. Больше всего, что это тыква, кстати. Вот, в принципе. Потому что, ну, что еще? Вот. Ну, в принципе, мне одна тыква нужна. Будет всего лишь одна. Больше не нужно, потому что зачем мне много тыкв? Зачем мне много тыкв? Так что нормально, в принципе. Угу. Итак, друзья, это все спахал. И у меня, кстати, две семечки. Вот таких вот. Давайте я их посажу где-то, не знаю, потом уже я посажу. Вот, сейчас мы будем садить полностью пшеничку. Вот, я хочу, чтобы... Неважно. Я хочу, чтобы это все было, то есть здесь повсюду была пшеничка. Ну, конечно, не повсюду, а только вот этот вот край, да. Так что давайте мы это все засадим пшеничкой, да. Вот. Вот так вот так же. Такс. Так. Все нормально, конечно же. Угу, посадка нормально, да? Вот, ладно, в принципе. Я не могу нормально посадить из-за хитбокса, получается, да? Это, или как оно называется, хитбокс этих семечек, да? Когда они еще не выросли, получается. То мне как бы неудобно сейчас садить их. Ладно, в принципе, все равно садим. Так, вот так вот. Ой, как это сложно. Ну, у меня еще есть как бы сток. Нормально. Еще далеко к окончанию, но как бы мне уже больше не надо. Возможно, я потом когда-то эти все фермы сделаю отдельно. То есть ферма пшеницы отдельно, ферма картошки отдельно, ферма дала чего-то еще отдельно, да, но пока что это все будет вместе. Вот, пока что. Итак, у меня почему-то вылетела запись. Это непонятно. Это. Ну, я не знаю, почему у меня вылетела запись. Вот, ладно, в принципе, продолжаем. Угу. Просто вылетела и все. Непонятно почему. Ну, ладно, в принципе. А, кстати, что я делаю? Ну, что я вот сейчас вот делала? Ой, не нужно этого было делать. Ну, кстати, из них не выпадают семечки. Ну, в принципе, этого ничего. Дальше у нас идет морковка. Морковка, две штучки, да? Вот. Следующее. Следующее у нас будет это арбуз, да? Арбуз будет, посмотрите, как выглядит, собственно. Угу. Такс. Возможно, арбуз не нужно садить. Да, ну, в принципе. Давайте по краю, собственно, посадим, да? Итакс. Давайте вот, вот так вот как бы посадим. Вот. Такс, вот так вот будет это все делаться. Угу. Так, нормально. То есть, получается, у нас будет вот так вот расти арбуз. Вот сюда вот получается, да? Вот, и будет, я думаю, нормально. Так, садим. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Как ровно! Нормально, да? Вот, оно будет, получается, расти в эту сторону. А здесь вот, ну, как бы уже все равно. Потоптали, оно никак, не так не нужно. Вот, и здесь как бы остальное посадим пшенички. Так что погнали, в принципе. Так, не получилось. Фух, не стоптал. Вот, ладно. Кстати, я много пропускаю. Почему я так пропускаю много, а? Вот это вот называется строитель, да? Быстростроитель. Хм. Вот. Ладно, в принципе, продолжаем. Чик-чик-чик-чик-чик. Нормально. Ну вот, конечно, зря это сделал я, да, ну, ничего страшного, да, ладно, вот, посадим снова, так, продолжаем, 5 семечек,
4, 3, 2, 1 и 0. Как бы все. У меня не хватает. Ну ничего, как бы. А, нет, еще 8 есть. Вот, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ну, как бы все. Вот. Остальное мне пока что не нужно. Ну, и как бы это пока что будет пустым. Да. Может, вы мне скажете, засади я пока что пшеницей, но я как бы сейчас не хочу. Вот, я посажу лучше вот это вот растение, да, пока что. Я просто не знаю, что оно делает, кстати. Нет, это, наверное, свекла все ж таки. Да, то есть вот это вот, значит, будет свекла, там морковь, значит, здесь будет какая-то картошка, да. Вот, ну, в принципе, нормально, я думаю. И на этом, как бы, я буду заканчивать. Вот такая вот у нас получилась первоначальная ветка. А я первоначальная у нас была вот та вот, но мы ее... Это не грядочка, да? Вот, и в принципе, если вы хотите на моем канале видеть от начала до конца рубрику, вам нужно набрать 4 лайка. Ибо же, значит, 24 часа. В принципе, если вы, конечно, не наберете 4 лайка за 24 часа, то я, собственно, не буду уже рубрику эту снимать, потому что я вижу, что на нем мало актива, да? Вот, и, ну, конечно, если вы наберете 4 лайка за 24 часа на этом видео, тогда, конечно, я буду продолжать его снимать. Ну, с вами был я, Дэнвуд 700, как бы, с праздниками, всем удачи и всем пока, ребята.